ТВ. И сегодня я снимаю небольшой сериальчик в честь новогодних каникул. И, кстати, ребята, хочу вас еще раз поздравить уже с наступившим Новым годом. Желаю счастья, здоровья и всего самого лучшего в грядущем вот этом вот году. Итак, перейдем к новому сериальчику, который будет называться «Новогодние приключения». И что ж, ребята, поехали! Так. Посмотрим. Что там у нас за рекламка интересная? Да-да, всем привет, народ! С вами я, принцесса Луна, великая и неповторимая владычица тьмы и ночи. И сегодня я показываю новую серию прекраснейших платьев в честь прекраснее меня. Новое и уникальное платье под названием «Ночной кристалл». Новое совершенно удобное прекрасное платье по супер цене. Только этой неделе скидка 50% на это прекрасное платье во всех магазинах Pony Shop. Покупайте его. Скидка 50%. И теперь это прекраснейшее платье стоит всего-то 2000 долларов. Покупайте это прекрасное платье, и вы будете точно такой же прекрасной, яркой и красивой пони, как я. Да, еще раз, 100 раз, да, и да. Я обязательно должна купить себе это прекрасное платье. Если его не куплю, я не знаю, что со мной будет. Но только как мне незаметно его купить? Ведь мама обо всем узнает. И это будет плохо. Думаю, сказать об этом маме не вариант. О чем сказать маме? Что? О чем ты хочешь сказать маме? Да так, ни о чем. Хочу просто прогуляться по магазинам. Ты опять хочешь тот дорогущий магазин, который находится в соседнем городе, не сказав маме уехать и купить опять какую-нибудь дорогую вещь? Ну да, ты меня рассекретил. Пожалуйста, только не говори маме. А что ты мне за это дашь? Ну а ладно. На тебе 5000 и не говори маме. Деньги. Денюшки мои. Так уж и быть. Блин, тенька моя. Вот. Ну, хорошо, я не скажу маме, но ты тогда возьмешь меня с собой. Это еще с чего, простите? Зачем мне нужна малявка? Мам! Ладно, хорошо, я тебя возьму с собой. Вот ты славненько. А я позабочусь о том, чтобы мама не узнала, куда мы с тобой едем. Хорошо, малявка, тогда с тебя часть, так скажем, как бы это назвать? Может быть, часть невидимки? Допустим, часть невидимки. Не знаю, хочешь, как хочешь, называй. Я пойду соберу вещи, так как нам придется вдвоем ехать в другой город. И я хочу тебе сказать, что у нас есть главная проблема. Какая еще главная проблема? Ну, просто в том городе живет как раз наша тетя Луна. И понимаешь, я люблю тетю Луну очень, но просто если она узнает, что мы ходим по городу без мамы, то она может ей позвонить, а мама не будет знать, что мы там будем находиться. Поэтому возникнет небольшая проблема, так еще и с жилищем. Мы ведь не можем просто к ней прийти и сказать, что мы вот вдвоем приехали. Тогда она будет спрашивать, зачем. Да, логично. Не бойся, я все углажу, а ты найди пока в интернете недорогой нам отель. Ну, хорошо, ладно. Надеюсь, у тебя хотя бы есть деньги на то,
прекрасное платье, которое ты хотела купить. Я что, зря копила деньги? Я как раз копила их на какое-нибудь новое платье. И здесь вышло новое платье, так еще и по скидке. Я точно его куплю. А ты мне купишь пони. Ха, я тебе куплю пони, у тебя есть деньги, сама себе купишь. Ну ладно, сама себе куплю. Хорошо, ты пока собирай наши вещи, а я пойду все улажу. Хорошо, малявка. Ты не называй меня малявкой. Ладно, Эпплджек, иди. Ура! Тын-тырын-тырын-тырын-тырын. Мам! Мам! А, доченька, чего ты хотела? Что-то случилось? О, нет, мам, все хорошо. Просто мы с моей сестренкой хотели бы пойти на несколько дней с ночевкой к моей лучшей подруге. Ты ведь не против, если мы, на несколько дней, может, 2-3, сходим к моей лучшей подруге на ночевку? Она не против, ее родители тоже не против. Ну, не знаю. Правда, не против, мы там вообще никому не приезжаем, все будет хорошо, и мы даже вкусняшки купим. Ну, хорошо, только я буду вам звонить каждый вечер, хорошо? Да-да, мам, не волнуйся, все хорошо, только звони не мне, а моей сестре. Ах, ладно. Беги, тогда собирай вещи и мне вас проводить? О, нет, мы сами справимся, мы дойдем. Ладно. Тогда позвоните, когда дойдете до подруги. Хорошо, все, мам, пока. Пока, доченька. Так, возьму телефон. А потом возьму мою карточку. Еще возьму чемоданчик. Что еще возьму? А, свой планшет. Еще возьму маску. Сестра! А, да, чего? Я собираю вещи. Сестра, я все уладила и сказала нашей маме, что как будто мы идем на несколько дней на ночевку к моей подруге. Шикарно. Только позвони своей подруге, скажи, что мы не идем на ночевку. И скажи, чтобы если ей позвонит наша мама, то мы у нее. А, хорошо. Алло, привет, подружка. Привет. Я тебе звоню, чтобы сказать, что я не у тебя. Если моя мама позвонит, то я у тебя. Если вообще-то я не у тебя. А, я тебе не очень понимаю, но, допустим, пока. Пока. Все улажено. Да, быстрый у вас разговор. Помоги мне тогда собрать вещи. И вообще, что ты возьмешь? А, конечно же, мою денежку. Давай, ложи тогда все. Мне еще надо взять паспорт и все такое. А можно мне взять пони? Нет. Ты там себе купишь пони, поэтому ничего не бери, ясно? Никаких пони. Ну, пожалуйста! Или я скажу маме. Ладно, бери. Только ты ее будешь сама нести. Ладно, я ее понесу. Годится. Так, вроде все собрали. Я посмотрела на недорогой отель. Мы там забронируем номер, и сейчас нам надо будет дойти до автобуса, который будет ехать в наш город. Ну, точнее, соседский город. Хорошо. Так, я тоже положила там несколько вещей на всякий случай своих. Я поняла, вот какой большой рюкзак получился. Ну, я просто решила взять всего по минимуму нужного. Я это поняла. Хорошо, идем к остановке. Только проблема. Какая? Ты еще ладно. Таких маленьких девочек, как ты, много, а вот мне, Аликорну, будет немемножко сложновато среди толпы. Я и об этом позаботилась. Подожди-ка. А, что это? Что это такое? Вообще-то это я тебе так сменила имидж, так скажем. Смотри, рога не видно, как будто твоя прическа. То есть ты просто пегас. А твою отметку не видно. Я сделала быстренькое платье. Ты видно, что самодельное платье, но как я так в магазин явлюсь? А там уж что-нибудь придумаем. Может быть, в отеле тебя полотенцем обмотаем. Ха-ха-ха, мне сейчас не до шуток твоих. Да ладно, хотя бы давай до города и до отеля доедем, ты доедешь в таком наряде. Ах, ладно, ничего не остается, кроме того, чтобы согласиться. Да, конечно, наряд ужасный, но у нас нету выбора. Вот именно, поэтому пойдем на остановку, а то пропустим автобус. Да, пойдем.
Рюкзак. Да, мы с тобой выглядим как два ложка. Ребята, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, не забудьте нажать колокольчик, чтобы знать, когда будет следующая серия этого небольшого сериальчика. И всем пока! Пока-пока! Лайки меня, лайки.